на дудке йога, и первой у нас будет волынка из Швеции, а волынщик буквально из километра отсюда, из темной щели, Иван Назаров. Швецкая волынка с акпипой. Я думаю, каждый будет немножко вкратце рассказывать про инструмент, на котором играет. Что называется, начинаем с малого. Вот. То есть это очень небольшой инструмент, как вы можете видеть. И абсолютно такой негромкий, камерный. Эта волынка сделана мною относительно недавно. Вот. И по счету она у меня будет, получается, 17-й. Да. Из вот этого типа волынок. Ну, я думаю, в общем, долго. Играем. Играем. Да, просто играем. И все.